Итак, всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. У нас очередные посылочки с AliExpress. Только что забрал их на Укрпочте. Сейчас вместе с вами откроем, посмотрим. Вы не забывайте подписаться, поставить лайкосик и досику написать комментарий. Так, открываем нашу первую посылочку. Посылочки небольшие. Так, ага, у нас здесь пришли автомобильные светодиодные лампочки, то есть на два контактика моему автомобилю. Вот такие вот. Стоимость их было меньше доллара за комплектик. Очень такие вот прикольненькие, интересненькие. Правда говоря, проверить я их не смогу, то есть надо их ставить в автомобиль, проверять. Конечно, упаковано так себе. Стрёмная такая упаковочка. Так, надписей никаких здесь нету. Ну, качество, как говорится, ну, на ихнюю стоимость как раз нормально. Я подумаю, может, потом сниму, как можно их будет проверить. Может, какой-то блок питания возьму. Так, следующая. Так, посылочка. Сейчас скрываем вместе с вами. Посмотрим. Следующая наша посылочка. У нас здесь пришел USB кабель. Что-то я не помню, что я такой заказывал. Так. Адрес мой. Может, и заказывал, потом посмотрю. Такой вот у нас тут USB кабель гламурненький. Как говорится. Так, это нам уже не нужно. Такой вот прозрачный. А, это кабель, по-моему, с подсветочкой. Да-да, заказывал. А, это у нас пришло, по-моему, с Джума. По-моему, я не заказывал на Джум. Я потом посмотрю. Потом скажу. А может, заказывал на AliExpress. Ну, в принципе, здесь написано Экспресс. Так. Ну, не знаю, я потом посмотрю, заказывал я их. Так, у нас тут должен метраж быть метр. Сейчас мы их протестируем на проверим зарядочки. Так, возьмем телефончик, возьмем вот такой вот. Так, возьмем наш тестер. Так, возьмем наш этот. Так, и здесь у нас так, подключаем. О, а вот тут такой вот, уже видите, сами светится вот такая вот подсветочка, прикольненько это все дело видно. Вот такой вот гламурненький, прикольненький кабель, очень красивый. Стоимость их тоже что-то до доллара. Я же говорю, вот такие вот, вот это отложим. Сейчас выключим свет. Так, тоже тут выключим. Видите сами, как это все светится. Такая вот прикольненькая, честно вам скажу, прикольненькая штучка. Параметры у нас здесь. Я вам скажу. А, телефон не включен, да? Нет, телефон включен. В принципе, телефон наполовину заряжен. Ну, выдает, видите, как сильно это все дело прыгает, наверное, за счет того, что все мигает. Ну, вот такой вот прикольненький, гламурненький, очень вам. Мне понравился. Для ребенка заказать кабель вообще отличненько. Вот. Так что ссылочка на этот товар будет в описании. Могу вам рекомендовать. Очень красивенько. Мне даже самому понравилось. Здесь такой вот смайлик, здесь такое вот сердечко. Здесь тоже вот так вот. Так вот это все дело работает. Так что сейчас включим наш свет. Сейчас попробую, может, возьму где-то, найду блок питания, попробую. Не, у меня такого блок питания нет. Я не буду их проверять. Поставлю их потом в автомобиль, когда будет время. Вот, проверить их я их не смогу. Так что, под видео будет ссылочка на эти товары в описании. Заходим, заказываем, смотрим. До новых встреч. Не забываем лайки и комментарии писать и жмякать колокольчик.
Всем пока, до новых встреч!